Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу способ, как можно играть сейчас с читами с помощью эмулятора Android. Для этого скачиваем приложение BlueStacks, ссылку я оставлю в описании. Значит, смотрите, если вы вдруг скачали BlueStacks 10, это вот самый новый, самый последний, то вот здесь вам нужно нажать на App Player. После того, как нажмете, у вас загрузится эмулятор сам. А далее, что нужно сделать? Нужно зайти в браузер. А также вы, когда сейчас будете скачивать чит, обязательно нужно будет подтвердить все, что он у вас просит. Потому что если вы не дадите разрешение, то чит у вас не сможет скачаться. Так, вот мы зашли в браузер. Дальше пишем в поиске RBX Breaking. Вот, написали, нажимаем поиск. Заходим на первый сайт. А далее заходим во вкладку Exploits. И вот на первом месте, как видите, здесь находится мобильный чит. Hydrogen или Hydrogen, не знаю, как он правильно читается, произносится. Ну, короче, вот этот чит. Чтобы нам его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И ждем, пока загрузится сам чит. Ну, то есть не загрузится, а начнется установка. Тут буквально пару секунд занимает. Так, вот нам предлагают скачать. Скачиваем. И ждем, пока скачается. Так, все отлично. Как видите, чит у меня скачался. Дальше мы его открываем. А, как видите, у меня здесь никакое разрешение не просит. Потому что я уже ранее его выдавал. Я уже не помню, как это точно делать, но у вас, по идее, должна появиться информация о том, что приложению там нужно какое-то разрешение. То есть вы его выдаете и потом сможете его установить. Ну, как-то это так делается. Там, в принципе, сложного ничего нету, я думаю, разберетесь. Так, вот я нажал кнопочку «Установить». Ждем, пока установка произойдет. Все, в принципе, довольно быстро установился. Дальше мы его открываем. Ждем, пока загрузится. Так. Долго что-то грузит. Странно. По идее, должно было уже зайти. О, все. Наконец-то. Я думал, немножко быстрее это будет. Ну, сразу вам скажу то, что этот способ самый убогий, самый неприятный. Потому что здесь Roblox очень сильно зависает, лагает. Долго грузит. Типа, если у вас есть желание и есть лишние нервы, то, в принципе, можете пользоваться этим способом. А так, в принципе, если вы не хотите мучиться, то лучше ждать, когда придумают какой-то новый способ, как можно с читами играть. Короче, как-то так. Давайте я сейчас быстренько в аккаунт зайду. Так, все отлично. Я зашел в аккаунт. Далее, все, что нам остается сделать, это зайти в абсолютно любой режим. Давайте, допустим, зайдем в Blade Ball. В принципе, без разницы, куда заходить. Так, сейчас, возможно, включится звук с игры, но я сейчас попробую его быстренько выключить. Потому что он здесь, когда включается, он сильно громко играет. Так, сейчас самое главное успеть и самое главное не забыть. Ну вот, как видите, 2 года грузит. Так, заходим в настройки. Да, звук здесь играет. Нужно его быстрее убрать, но, блин, тут тоже все лагает. Очень причем сильно. Я даже не могу нормально звук убавить до конца. Это просто трэш. Все, вроде до конца убрал. Да, все, по идее, сейчас не должен играть. Качество, в принципе, по желанию можете сделать как хотите. Можно на максимально, можно на минимально. И вот, как видите, загрузился чит. Здесь нам на него нужно получить ключ. Нажимаем кнопочку Get Key. Так, все, нажали. У нас, короче, скопировалась ссылка. Я надеюсь, музыка не играет больше. А, я не вижу сейчас. Ладно. Так, выходим отсюда. Можно, в принципе, сразу Roblox закрыть, потому что он вылетит 100%. Далее.
Переходим по этой ссылке, которую скопировали. Здесь проходим капчу. Так, что-то мне нужно выбрать. Тигра, окей. Так, все выбрали. Так, нажимаем кнопочку Get Key. И нас тут перекидывает на сайт Linkverse. Далее, что нам здесь нужно сделать? Это пролистать вниз. И нажать на вот эту черную кнопку. Мы ее нажимаем. Далее опять листаем вниз. Здесь нажимаем на оранжевую кнопку. Так, по идее, меня на сайт вроде должно было перекинуть. А, я задание с премиум выбрал. Все, окей, смотрите, вы когда задание с премиум выбираете, то у вас не получится его пройти, потому что вас будет требовать купить премиум. Вы просто на крестик сюда нажимаете. Получается, скипаете это задание. Так, все, скипнули. Вот другое задание, отлично. Здесь нажимаем оранжевую кнопочку. Дальше еще раз. Загружается какой-то сайт. Можно его, в принципе, сразу закрыть. И, короче, ждем, пока вот здесь вот второй этап пройдет. Когда он до конца загрузит и покажет вот эту вот галочку. Так, наконец-то, спустя 2 года он проверил это задание, выполнил я его или нет. А дальше нажимаем на вот эту вот серенькую кнопку, либо черненькую. И нужно повторить все то же самое. Итак, нужно сделать, получается, либо 3, либо 4 раза. Давайте я сейчас видео ускорю, чтобы вас не задерживать. И продолжим, когда получу ключ. Так, все, наконец-то спустя 100 лет я получил ключ. Копируем его. Так, далее, что нам нужно сделать? Заходим опять в Roblox. Кстати, я забыл совсем, есть, короче, намного быстрее способ, как получить этот ключ. Короче, я ссылку в описании видео оставлю на пост в телеграм-канале, можете его посмотреть. Там, короче, будет сайт. И на том сайте, короче, можно быстро получать вот эту ссылку перехода для того, чтобы получить ключ. Также видео объяснение есть по этому поводу. Я, короче, в подсказках видео тогда оставлю, можете посмотреть, как этим способом пользоваться. Там сложного ничего нету. Так, ладно, давайте все-таки зайдем вот в этот режим. Не хочу в Blade Ball заходить. Так, заходим сюда. Я надеюсь, у нас настройки сохранились. И надеюсь, сейчас звука не будет. Потому что если сейчас звук будет, то будет неприятно. Ждем, как обычно, 2 года, пока зайдет в игру. Пока игра очухается, проснется. И все в этом роде. Так, здесь он у меня почему-то разрешение просит. Ну, давайте разрешим, как-то все равно. Так, заходим в настройки. Да, звук сохранился. Вот как он меня бесит, этот звук. Блин, я не увидел, я до конца его убрал или нет, из-за чита не вижу. Как посмотреть-то? А, да, все, до конца убрал, отлично. Качество на максимум ставим. Пипец, он даже не может сохранить настройки, которые у меня до этого стояли. Ну, это просто бред какой-то, если честно. А, ладно. Так, дальше вставляем сюда ключ. Нажимаем Enter. Потом подтверждаем. И нифига не работает. Короче, я понял. Смотрите, у меня еще такой прикол был, то, что я уже до записи видео проверял, пробовал это все сделать. И у меня почему-то ключ, когда копируется, он не вставляется в чит. А я не знаю, почему это и как это происходит. Короче, мне приходится ключ вручную писать. Если вдруг вы знаете, как можно вставить именно скопированную ссылку, ну не ссылку, а текст вот сюда в чит, то напишите об этом в комментарии, чтобы другие люди тоже могли посмотреть и понять, как это сделать. Давайте я сейчас включу быструю перемотку, пока буду писать ключ.
Так, все отлично. Ключ я написал, все правильно, не ошибся, это хорошо. Так, смотрите, дальше чем нужно делать. Чтобы вам было намного удобнее искать и копировать скрипты, чтобы у вас не вылетело приложение Roblox, откройте просто настоящий оригинальный сайт. Далее, также, кстати, ссылка на сайт будет в описании. Далее в поиске пишите нужный нам режим. Я вот зашел на этот режим, то есть мне его даже не обязательно писать, но со временем он уйдет вниз. Значит, чтобы получить на него скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Мы его копируем, возвращаемся обратно. Далее нажимаем вот сюда на эту стрелочку и нажимаем на кнопочку «Execute Clipboard». Все, мы нажали, дальше сворачиваем вот на эту последнюю кнопочку справа. И вот появился скрипт. Отлично. И давайте тестить, работает он здесь или нет. Первая функция — это CoinFarm. Да, как видите, монеты прибавляются, все четко, эта функция работает. Дальше AutoFloor. Это получается строить этажи, типа того, тоже работает, как видите. Авторебёрст, но, скорее всего, у меня хватать не будет. Да, у меня не хватает, и долго копить, не буду показывать. И Claim Gifts. Claim Gifts тоже работает, отлично. В принципе, вот такой простенький скрипт, но, как видите, все работает. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйзбан, всем удачи и... Пока.